Здоровью моему полезен русский холод. Слова великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Привет, ребята, вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас 2 ноября. Идем с Олегом ставить капканы на куницу. Третий день я уже выставляю капканы. Спина болит. В общем, в планах сегодня у нас поставить порядка 20 капканов. И завтра ночевать будем в лесном балагане или избушке. Как назвать правильно, даже не знаю. Выпал у нас первый снег. Собачки бегают, радуются. Если будут работать, попытаемся поснимать. В общем, смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Так вот, ребят, устанавливаем капканчики на куницу. Делать надо, стараться все качественно и красиво, чтобы нравилось самим. Капкан здесь двоечковый. Пружины у него не крепкие. Поэтому я думаю, что хватит и двойки в данном случае. Вот так вот ставим капканы. На приманку кишки всякие. Всякая требуха от бобра. Вот, в общем, здесь у меня вколочено по гвоздю. И сзади приколочен жердь. Это я делал по насту. Снег было удобно делать. Так вот все. Зашкуривайте немножко вот эти жерди, чтобы быстрее не просыхали и дольше служили. Если рассчитываете капканы ставить много лет, делайте все качественно. Он друг у меня впереди идет, капканы тащит. Сниматься он не любит. Парень очень трудолюбивый и надежный. Как сегодня говорю словами поэтов, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Это про моего друга Олега. Так вот красиво у нас сегодня тут. Снежок я себе выпал. Наверное, будет очень сыро капканы ставить. Сегодня, наверное, минус 2 градуса. У нас минус 1, минус 2 градуса. Такая вот погода. Вот такие дела, ребятки. Очень рад. Настроение отлично. Рад первому снегу. Ставим следующий капкан. Привет, ребята. Мы с друзьями в охотничьей избушке спим, натопили жарко, а он даже без одежды, без одеяла, без всего. На сегодняшний день капканов мы поставили мало. Бегали за лосями 2 раза. Намотали. Сколько мы сегодня, Олег, прошли километров? 30 с лишним, да? 30 с небольшим прошли километров. Устали. Сырые полностью. Сейчас обсыхаем, греемся. Не обобщай. Да, один-то тут у нас лентяй. Не промок. А мы с Олегом сегодня здорово промокли. Ну завтра, да, Шурик, промокать будешь. Этот лентяй, блядь, обогрел, напоил. Ну да. Пришли уже, у нас тут все натоплено. Покушать приготовлено. Снимать не стал, потому что вообще устал. Еле дошел я до сюда. Снегу навалило, по дороге идти плохо. Такие, в общем, дела. Завтра будем продолжать установку капканов. Надо нам закрыть тут небольшую полоску. Надо завтра штук 20-то по-любому поставить. Вот, в общем, так. Так вот, в общем, и живем. Сейчас покажу вам нашу охотничью избушку. Все развешено. Печка у нас тут, рюкзаки, собаки спят, соболь, да ему по этому, по барабану, тепло в избушке, жарко, даже я бы сказал, очень жарко, хорошо. Шурик спит.
Олега, не будем снимать, он не фотогеничный. Да. Не любит он сниматься. Он любит сам поснимать. Да. Так что, в общем, такие вот дела. Жарко. Ну ничего, лучше, как говорится. Как, Олег, говорится-то? А? Лучше летом у костра, чем зимой на солнце, бля. Вот так вот. Ладно. Завтра тоже буду снимать. Давайте. Всем спокойной ночи. Приятных снов. Привет, друзья. Проснулись. Значит, в лесном балагане. Спалось хорошо. Саня пять раз подбрасывал печку. Поначалу я спал на верхних нарах, даже без одежды. Потом там стало очень жарко, спустился вниз. И спали уже все внизу. В общем, хорошо выспались. Сейчас попьем чаю. Перекусили немножко. Бой. 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 Бой, 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 бой. Перекусили немножко. Сейчас пойдем дальше расставлять капканы. Такие планы на сегодняшний день. Идет мокрый снег, как вчера, так и сегодня. Опять, наверное, вымокнем. В общем, такие вот дела. Такая вот хибара у нас. Свобаль. А, ну да. Верхние нары. Там было очень жарко сегодня. Солнце не испортилось. Ну, а что я думаю? Парни готовятся к выходу. Сейчас чайку еще попьем. Кофейку. Кофейку, да. Сейчас кофе заварим. И пойдем. Да, Соболь? Соболь. Это главный лосятник. Главный. Любит он лосиков у нас ловить. Гонять. Любит гонять лосиков. Молодец. Добытчик. Ладно. Что будет интересно, покажем. Так, ребята, ставим еще капканчики. Вот так вот. Таким вот макаром. Все ставим. Вот так. Очень, на мой взгляд, эффективный способ делать крышу. Вот так вот два маленьких дерева. Крыша небольшая получается, снегу немного наваливает капкан. Ну, сантиметров 30-20 от крыши. Его вообще не заваливает. Это уже приманочка. Куница не сможет добраться. Да, рекомендую еще на капканы вот такую вот столистую проволоку. Вязальную. И вяжет арматуру. При изготовлении железобетонных изделий. Очень хорошая проволока. Вот так. Все просто и очень эффективно. Немного хотели мы, наверное, около 50 капканов поставить, наверное, не получится. Ставим поменьше капканов, 30, наверное, 45. Ой, 30, 40. 40, наверное, даже не поставим, 35. Такой вот способ. Вот так, потом проверять будем все показывать. Тут идет лесная дорога, буквально в 15 метрах от капкана. Будем ездить на снегоходе. Расстояние тут большое. Путик получается на километров 30. Лесная дорога идет. Там капкан. Такие дела. Что, ребят, заканчивается наш двухдневный поход. В кадре ты, в кадре, бля. Заканчивается двухдневный поход у нас. Поставили капканов меньше, чем хотелось бы. Но даже такой результат, это результат.
Уходили вдвоем, возвращаемся втроем. Саня шел другой дорогой. Болотина здесь у нас. Табачки, значит, еще раз напомню, гоняли вчера лосей в двух местах. Первый раз лось был не на нашей территории, скажем, не стали его стрелять. Не по-честному, да не по правилам. А второй раз была лосиха. Лицензия на лося у нас есть. На куницу есть. Не показал, на куницу потом покажу. Как первого попадется. Так что вот такие дела. Устали. Но все довольные, счастливые. Заночевали в избушке. Все было здорово. Так что давайте подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега Охотник и канал Вятка Хантер. Всем удачи в непростом охотничьем деле. Давайте, всем пока.